Иду. Привет. А кто это к нам пришел такой? Проходите. Простите, пожалуйста, не опаздывайте. Ничего страшного. Лиз, помоги раздеться Виталику. Все, я побежала. Хорошо. Дальше. Все, спасибо тебе большое. Да. Виталик, слушай за Настю, ладно? Все, пока. Пока. Все, счастливо. Марин, вы не торопитесь. Они с Лизкой всегда хорошо играют. Хорошо, Настя, спасибо большое. Пока. Пока. Пойдем, я тебе елку покажу. Да бегу я, бегу. Ну что, что? Да нормально я его воспитываю. Да. Ну, мам. Мам, ну что ты начинаешь опять, а? Ну перестань, пожалуйста. Мам, ну все. Все, я не могу, автобус. Хорошо, я бегу, давай. Да поняла, я сразу в магазин. Все, пока. Работа у него. Что, подождать уже не мог, раз все равно уже приехал? Значит, не мог. Ага, не мог. А то, что жена его сумка... Мама! Мама, прекрати, ну ты же сама знаешь, что ты не права. Я уже не помню, когда я последний раз... Виталька, давай быстрее, сейчас папа приедет. Потом опять на такси. А я не хочу. Виталий! Тебе что сказали? Хочет он. Одеваться быстро. В общем, Настя, это вам. Ой, Виталий, Виталий, скорее сказали. Виталий. Быстренько, быстренько. Давай сюда свое ружье. Смотри хоть на кого ты похож. Кто ты? Раздрысканный Вас такой весь. Ой, спасибо большое, Настя. Так, так. Это у тебя откуда? Ой, а это мое. Что там? Немедленно извини, слышишь? Да ничего страшного, они играли, игрушки по всему дому прятали. Все хорошо. Да ничего хорошего, к сожалению. Давай ногу. Да? Давай. Быстренько вторую. Я помогу. Все, все, все. Быстро. Все, спускаемся к дверям уже. Все, мама, иди, я сама. Давай. Застегни. Так, давай, быстренько. Ага, все, папа уже ждет. Быстренько выходи. Пока. Все, все. Настенька, спасибо, дорогая. Ради бога, прости. Ой, бросьте вы это, дети, все нормально. Пока. С наступающими! Пока! Да ты посмотри, а! Так, ладно, все, пошли в школу. Давай, давай, давай. Быстрее, держись, держись. Давай, сам спускайся. Скорее, поскорее. Откуда это у тебя? Что это такое? Позорище. Вырастили вора. Так, мама! Он что? Не воровал. Да, а что он делал? Что он, по-твоему, делал? Да вы детей вообще не воспитываете сейчас. Ай, посмотри-ка на него. Алло. На голове у тебя сидит. Да, мы идем. Ну, спускаемся, лифт сломался. Ну, подожди, пожалуйста, все. Так, все. Потом все вернем. Не потом, сейчас пойдем и все отдадим. Мама, мы торопимся. Давай, все. Вот так и получается, все у вас торопятся. Ничего, ничего. Я вот прямо сейчас к Деду Морозу пойду. И скажу, чтоб никаких подарков тебе не приносил. Ясно? Набрал уже себе. Что? Бабуль, что, бабуля? Не звони Деду Морозу. Больше так не буду. Конечно, куда ты еще будешь? Так, все, пошли, сказала. Мама. Давай, забирай его. Мама! Что, мама? Жалеешь? Вырастет таким же паразитом, как и твой отец. Дай сумку-то ему одну, пускай несет, мужик все-таки. Мама, давай его понесу. Страшно.
Я суп погрела. Зови уже своего избалованного отпрыска. Наплакался и уснул. Мама, ведь он правда не воровал. Послушай, а ты сама никогда не брала ничего чужого? Бумагу на работе, например? Копию, я не знаю, паспорта не делала на рабочем принтере? Нет, не делала. Иду и плачу свои 9 рублей. Не разорюсь. А я вот взяла однажды 1000 рублей одной бумажкой из твоего кошелька. Я тогда в 4 классе была. Ты еще вечером спросила, не брала ли я, помнишь? А я не призналась. Я тогда Андрюшке Савельеву подарок купила на Новый год. Чего мне так нравилось тогда? А на сдачу конфет разных. Назад же не положишь уже. Сама объелась, полкласса накормила. Ты знаешь, когда было? Это было в тот день, когда папа от нас ушел, перед самым Новым годом. Прям как сегодня, 30-го. И снег тогда так же падал, как сегодня. Мам. Мам, ты чего, из-за этого, что ли? Мама! Мама, ну прости меня, пожалуйста, ну прости, мне правда до сих пор стыдно. Мам. Он же пил. Уходил в запои на целый месяц. Не помнишь? Твой отец. А когда кончались свои деньги, начинал воровать у меня. И я его выгнала. Он вернулся в тот же вечер. Просил прощения. И умолял дать ему последний шанс. Я согласилась, только с одним условием, что если он еще хотя бы один раз напьется или возьмет у меня деньги, мы расстанемся окончательно. И он бросил пить. А незадолго до Нового года у меня из кошелька пропало 1000. Я спросила у тебя, ну, так, на всякий случай. Мы сильно поругались с ним в тот вечер. В общем, он собрал вещи и ушел. А снег и правда падает так же. Я его ненавидела. Я думала, он нас предал. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Думаешь, где он сейчас? Не знаю. Вроде бы жил в Калининграде. Была в него женщина. Но, говорят, не получилось.
Работал на вышках. Деньги присылал. Далеко. Там, где ты, далеко, все твои города замело, замела зима, все твои дома далеко, там, где ты одна. Там, где ты, над землей полумрак, за тобой снег идет просто так, просто так пройдет белым снегом год за собой, оставляя. Все это так холодно, скоро почти век. Жизнь разделив поровну, белый идет снег. Все это так смешано, белой мглой, да. Все это так смешано, все. Алло, да? Это так. Папа. Не выбирая места на ночлег, белыми стаями падает снег, не исчезая в холодный рассвет, падает, 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 падает снег. Там, где ты, далеко.